Кішкентай жылдыздар үлкен байқауда. Ең дарында, ең өнерлі өрендер бала шабыты байқауында. Два товарища. Шли по лесу, два товарища. Скачал на них медведь. Один бросился бежать. Слез на дерево, спрятался. Другой остался на дороге. Делать было ему нечего. Он упал на землю, ударился мертв. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый. Когда медведь ушел, просто из дерева не смеется. Ну что, медведь тебе на ухо говорит? А он сказал, что вообще медведь тем, которые в опасности, отдавай жизнь.